Быть книжником нисколько не претит, не в книгах дело, а в любви к Иисусу. Когда Писание живешь не вопреки, тебя сектанты сходу не подкусят. Не книжный знает разве что на ощупь, в пределах видимости, то, что на плаву. Труба с водой нередко станет сточно, не отличишь, где чисто, где плюют. Был книжник Ездра, вышедший из плена, заботился о людях, о постройке храма, спасал их тех, кто завалился влево, за волосы влачил их, даже ранил. Стена, жилище, обо всем скорбел, с соседями враждующими спорил в них. Он был, как настоящий корабель, собрал весь свод ветхозаветных книг. Любой оплошностью он нас осиротил бы, чудесный книжник и библиотекарь. Он подытожил, разночтение в свитках хватало до всего его, успеть бы. О, Ездра, загляни к нам в праздник трезвый, с тобой нам есть о чем поговорить. Ты был суров, вытряхивая мерзость, восстал за тех, чьи скорбны сухари. Если вправе мы предположить, как в оглавлении список книг расставил, ворочать легче тяжкие крижи, протягивал канву подземный кабель. Откуда книгу Иова достал и паралипоменон зачем дуплетом вставил? Течет из пятикнижий, из древних скал, на них ссылаться часто будет Павел. За что монахи Ездру не взлюбили и в святцах не причислили к святым? Нет, с этим книжником крещенских лилий пасутся в буераках вымыслов скоты. 8 сентября 2007 года.